Guten Tag, Freunde! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш очередной урок немецкого языка. Herzlich willkommen! Наша сегодняшняя тема – претерит неправильных глаголов. В двух предыдущих уроках мы с вами познакомились с образованием форм прошедшего времени претерит слабых и сильных глаголов. Слабых глаголов, напомню, большинство, и они спрягаются в прошедшем времени по одному принципу при помощи специального суффикса «т». Сильные глаголы имеют определенные изменения в корне, которые нужно запоминать по специальной таблице. Спрягаются же такие глаголы очень просто. В списке форм 90 наиболее употребительных глаголов, которые можно найти в конце пособия «Базовая грамматика немецкого языка», вы также обнаружите некоторое количество глаголов, которые называют неправильными. К неправильным глаголам относятся глаголы «sein», «haben» и «werden». Это одни из самых важных глаголов в немецком языке, при помощи которых образуются сложные временные формы. Также неправильными являются все модальные глаголы, о которых мы говорили в 15 уроке. Еще к неправильным причисляют небольшую группу с виду вполне обычных глаголов, в том числе знакомый нам глагол wissen. Итого мы имеем три небольшие группы неправильных глаголов, с которыми мы сегодня и будем иметь дело. Формы претерита всех этих глаголов отличаются от форм сильных глаголов и от форм слабых глаголов, хотя, конечно, имеют что-то общее. Что ж, давайте разбираться. Спряжение в настоящем времени глагола sein – быть, являться, находиться мы рассматривали в 10 уроке. Вспомним его еще раз. Ich bin – я являюсь. Du bist – ты являешься. Er, sie, es ist – он, она или оно является. Wir sind – мы являемся. Ihr seid – вы являетесь. Sie sind – sie sind – они являются, вы являетесь. В прошедшем времени претерит, в котором этот глагол употребляется довольно часто, спряжение выглядит следующим образом. Ich war – я был. Du warst – ты был. Er, sie, es war – он, она или оно был, была или было. Wir waren – мы были. Ihr wart – вы были. Sie waren – они были, вы были. Обратите внимание на то, что основа слова полностью изменилась. По сути, это уже совсем другое слово, похожее на was, were в английском языке. Однако окончание претерита этого глагола нам вполне знакомо. Следующий глагол haben – иметь. Его спряжение в настоящем времени мы изучали в 12 уроке. Вспомним его. Ich habe – я имею. Du hast – ты имеешь. Er, sie, es hat – он, она или оно имеет. Wir haben – мы имеем. Ihr habt – вы имеете. Sie haben – они имеют, вы имеете. В прошедшем времени спряжение этого глагола происходит следующим образом. Ich hatte – я имел. Du hattest – ты имел. Er, sie, es hatte – он, она или оно имел, имела или имело. Wir hatten – мы имели. Ihr hattet – вы имели. Sie hatten – они имели, вы имели. Глагол werden означает «становиться». Он встречался нам в 9 уроке, когда мы изучали будущее время. Именно при образовании конструкции будущего времени он и употребляется. Вспомним его спряжение. Ich werde – я стану или я буду. Du wirst – ты станешь. Er, sie, es wird – он, она или оно станет. Wir werden – мы станем. Ihr werdet – вы станете. Sie werden – они станут, вы станете. Претерите формы этого глагола следующие. Ich wurde – я стал. Du wurdest – ты стал. Er, sie, es wurde – он, она или оно стал, стало или стало. Wir wurden – мы стали. Ihr wurdet – вы стали. Sie wurden – они или вы стали.
С данными формами вы можете сказать очень многое в прошедшем времени. Кем вы были, где вы были, что у вас было, что стало с тем, что у вас было и так далее. Претерит обычно не так часто употребляется в устной речи. Прошедшее время перфекта, о котором мы еще поговорим с вами в следующих уроках, употребляется в устном общении гораздо чаще. Однако именно эти глаголы в претерите являются наиболее употребительными. Поэтому знать их обязательно. Рассмотрим несколько примеров с формами претерита, которые мы изучили. Ich war so blöd. Jetzt bin ich klüger. Я был такой дурак. Сейчас я умнее. Sie waren noch nie so erschöpft. Они еще ни разу не были так вымотаны. Er hatte seine eigene Wohnung. У него была своя собственная квартира. Damals hatten wir kein Geld. Тогда у нас не было денег. So wurde reich und weltbekannt. Так он стал богатым и знаменитым. Sie wurden schnell alt. Они быстро стали старыми. Прошедшее время претерит модальных глаголов образуется типичным для неправильных глаголов образом, но имеет свои особенности. У всех модальных глаголов с умлаутом исчезает этот самый умлаут в корне, а на конце появляется знакомый нам суффикс «т». У глагола «мёген» происходят еще и другие изменения, которые мы, я думаю, с вами увидим. Пробежимся по схемам спряжения модальных глаголов, не особо вдаваясь в особенности их значения употребления. Если вы еще не освоились с этими вещами, то советую посмотреть еще разок 15-й урок данного видеокурса. Итак, вспомним, как спрягается глагол können в настоящем времени. Ich kann – я могу. Du kannst – ты можешь. Er, sie, es kann – он, она или оно может. Wir können – мы можем. Ihr könnt – вы можете. Sie können – sie können. Они могут. Вы можете. В прошедшем времени его спряжение выглядит таким образом. Ich konnte. Я мог. Du konntest. Ты мог. Er, sie, es konnte. Он мог. Она могла. Оно могло. Wir konnten. Мы могли. Ihr konntet. Вы могли. Sie konnten. Sie konnten. Они могли. Вы могли. А так спрягается глагол dürfen в настоящем времени. Ich darf. Я могу. Du darfst. Ты можешь. Er, sie, es darf. Он, она или оно может. Wir dürfen. Мы можем. Ihr dürft. Вы можете. Sie dürfen. Sie dürfen. Они могут. Вы можете. Теперь спряжение в претерите. Ich durfte. Я мог. Du durftest. Ты мог. Er, sie, es durfte. Он мог, она могла или оно могло. Wir dürfen. Мы могли. Ihr durftet. Вы могли. Sie durften. Sie durften. Они могли. Вы могли. Глагол sollen спрягается в настоящем времени так. Ich soll. Я должен. Du sollst. Ты должен. Er, sie, es soll. Он должен. Она должна. Оно должно. Wir sollen. Мы должны. Ihr sollt. Вы должны. Sie sollen. Sie sollen. Они должны, вы должны. В претерите его спряжение происходит таким образом. Ich sollte. Я должен был. Du solltest. Ты должен был. Er, sie, es sollte. Он должен был, она должна была или оно должно было. Wir sollten. Мы должны были. Ihr solltet. Вы должны были. Sie sollten. Sie sollten. Они должны были, вы должны были. Спряжение глагола müssen в настоящем времени. Ich muss. Я должен. Du musst. Ты должен. Er, sie, es muss. Он должен. Она должна. Оно должно. Wir müssen. Мы должны. Ihr müsst. Вы должны. Sie müssen. Sie müssen. Они должны. Вы должны. Спряжение этого же глагола в претерите такое. Ich musste. Я должен был. Du musstest. Ты должен был. Er, sie, es musste. Он должен был, она должна была, оно должно было. Wir mussten. Мы должны были. Ihr musstet. Вы должны были. Sie mussten. Sie mussten. Они должны были, вы должны были.
Глагол wollen в настоящем времени. Ich will. Я хочу. Du willst. Ты хочешь. Er, sie, es will. Он хочет, она хочет или оно хочет. Wir wollen. Мы хотим. Ihr wollt. Вы хотите. Sie wollen. Sie wollen. Они хотят. Вы хотите. В претерите он спрягается таким образом. Ich wollte. Я хотел. Du wolltest. Ты хотел. Er, sie, es wollte. Он хотел, она хотела или оно хотело. Wir wollten. Мы хотели. Ihr wolltet. Вы хотели. Sie wollten. Sie wollten. Они хотели. Вы хотели. Ну и, наконец, последний в нашем ряду. Глагол mögen в настоящем времени спрягается так. Ich mag. Я желаю. Du magst. Ты желаешь. Er, sie, es mag. Он, она или оно желает. Wir mögen. Мы желаем. Ihr mögt. Вы желаете. Sie mögen. Sie mögen. Они желают. Вы желаете. В претерите у глагола mögen происходят странные изменения не только с корневой гласной, которая по общему правилу теряет умлаут, но и с согласным г, который превращается в сочетание ch. И получается следующее. Ich mochte. Я желал. Du mochtest. Ты желал. Er, sie, es mochte. Он, она или оно желал, желала или желало. Wir mochten. Мы желали. Ihr mochtet. Вы желали. Sie mochten. Sie mochten. Они желали. Вы желали. Важно помнить, что этот глагол многозначен. Он означает не только желать, но еще и нравится, любить. То есть ich mochte означает не только я желал, я хотел, но и мне нравилось, мне понравилось или я любил. Перевод, как водится, мы устанавливаем по контексту. Запомнить формы претерита модальных глаголов лучше всего в связке, таблично. По крайней мере, так хорошо видно, что все изменения, которые происходят с данными глаголами, однообразны и подчиняются, в общем-то, одним и тем же правилам. В пособии «Базовая грамматика немецкого языка», по которому построен данный видеокурс, вся эта информация представлена сжато в удобочитаемом табличном виде. Вы всегда сможете распечатать нужный вам урок, чтобы выучить те или иные грамматические структуры. Перейдем к традиционной рубрике «Примеры». Поглядим, как употребляются модальные глаголы в претерите и в каких случаях их вообще уместно употребить. Ich wollte die Hose kaufen. Я хотел купить штаны или эти штаны, если мы делаем ударение на артикль die Hose. Marina sollte nicht zu Hause bleiben. Марина не должна была оставаться дома. Wir konnten auch spazieren gehen. Мы могли также сходить погулять. Er musste mit dem Vater ins Geschäft gehen. Он должен был идти с отцом в магазин. Alexander durfte nicht rauchen. Александру нельзя было курить. Früher mochte er Autos. Jetzt mag er nur Frauen. Раньше ему нравились машины. Теперь ему нравятся только женщины. Ну и слава богу. У глаголов wissen – знать, nennen – называть, kennen – знать, быть знакомым, denken – думать, rennen – бежать, bringen – приносить. Образование форм претерита происходит с изменением корневой гласной и присоединением суффикса «t». У глаголов bringen и denken происходят также изменения с согласными. Начнем с глагола wissen. Мы спрягали его в настоящем времени, когда проходили модальные глаголы. Его спряжение такое. Ich weiß. Я знаю. Du weißt. Ты знаешь. Er, sie, es weiß. Он, она или оно знает. Мы. Wir wissen. Мы знаем. Ihr wisst. Вы знаете. Sie wissen. Sie wissen. Вы. Они знают. Вы знаете. В претерите он спрягается так. Ich wusste. Я знал. Du wusstest. Ты знал. Er, sie, es wusste. Он, она или оно знал, знала или знало. Wir wussten. Мы знали. Ihr wusstet. Вы знали. Sie wussten. Sie wussten. Они знали. Вы знали. Глагол nennen – называть – спрягается в настоящем времени как обычный правильный глагол. Ich nenne – я называю. Du nennst – ты называешь. Er, sie, es nennt – он, она или оно называет. Wir nennen – мы называем. Ihr nennt – вы называете. Sie nennen – sie nennen – они называют, вы называете.
претерите проявляется вся его неправильная сущность. «Ich nannte» – «я называл», «du nanntest» – «ты называл», «er sie es nannte» – «он, она или оно» – «называл», «называла» или «называло». «Wir nannten» – «мы называли», «ihr nanntet» – «вы называли», «sie nannten» – «sie nannten» – «они называли», «вы называли». Также правильно в настоящем времени спрягается глагол kennen – «знать». Ich kenne – «я знаю», du kennst – «ты знаешь», er, sie, es kennt – «он, она или оно знает». Wir kennen – «мы знаем», ihr kennt – «вы знаете», sie kennen – «sie kennen» – «они знают», «вы знаете». В прошедшем времени все иначе. Ich kannte – «я знал», du kanntest – «ты знал», er, sie, es kannte – «он, она или оно знал, знала или знало». «Wir kannten» – «мы знали». «Я kanntet» – «вы знали». «Sie kannten» – «sie kannten» – «они знали», «вы знали». Следующий глагол по списку – «denken» – «думать». Его спряжение в настоящем времени. «Ich denke» – «я думаю». «Du denkst» – «ты думаешь». «Er, sie, es denkt» – «он, она или оно думает». «Wir denken» – «мы думаем». «Ihr denkt» – «вы думаете», «sie denken», «sie denken», «они думают», «вы думаете». Его спряжение в претерите. «Ich dachte» – «я думал», «du dachtest» – «ты думал», «er, sie, es dachte» – «он, она или оно думал, думала или думало». «Wir dachten» – «мы думали», «ihr dachtet» – «вы думали», «sie dachten», «sie dachten» – «они думали», «вы думали». Спряжение глагола rennen – «бежать» в настоящем времени. Ich renne – «я бегу». Du rennst – «ты бежишь». Er, sie, es rennt – «он, она или оно бежит». Wir rennen – «мы бежим». Ihr rennt – «вы бежите». Sie rennen – «они бегут», «вы бежите». В претерите ich rannte – «я бежал». Du ranntest – «ты бежал». Er, sie, es rannte – «он, она или оно бежал, бежала или бежало». «Wir rannten» – «мы бежали». «Ihr ranntet» – «вы бежали». Sie rannten» – «они бежали, вы бежали». Наконец, рассмотрим спряжение глагола «bringen». Он встречался нам ранее где-то в первых уроках. Как он спрягается в настоящем времени? «Ich bringe» – «я приношу». «Du bringst» – «ты приносишь». «Er, sie, es bringt» – «он, она или оно приносит». «Wir bringen» – «мы приносим». «Ihr bringt» – «вы приносите». Sie bringen» – «они приносят», «вы приносите». И в прошедшем времени. «Ich brachte» – «я приносил». «Du brachtest» – «ты приносил». «Er, sie, es brachte» – «он, она или оно приносил, приносила или приносило». «Wir brachten» – «мы приносили». «Ihr brachtet» – «вы приносили». Sie brachten» – «они приносили», «вы приносили». Итак, вот еще шесть глаголов, которые мы отнесли к неправильным, и они имеют похожую схему изменения. Образование формы претерита еще раз у этих глаголов происходит, конечно же, с изменением корневой гласной и присоединением суффикса «t». У глаголов «bringen» и «denken» вместо сочетаний «ng» и «nk» появляется сочетание «ch», как у модального глагола mögen. Постарайтесь выучить эти шесть глаголов и все их формы. Ну и некоторые примеры с этими самыми глаголами. Ich wusste, dass er reich ist. Я знал или я знала, что он богат. Ольга nannte ihn Feigling. Ольга назвала его трусом. Der Junge rannte sehr schnell. Мальчик очень быстро бежал. Wir kannten diese Frau überhaupt nicht. Мы совсем не знали эту женщину. Ich dachte, dass ihr da wart. Я думал, что вы были там. Здесь слово wart, напомню, является претеритом глагола sein, который мы уже рассматривали в этом уроке. Er brachte mir zwei Bücher. Он принес мне две книги. Фух. Кажется, мы сегодня неплохо загрузили себя новым материалом, и поэтому предлагаю вам подучить все это еще раз хорошенько, если требуется пересмотреть данное видео и, может быть, сделать небольшой конспект для более удобного заучивания.
Эта тема непростая, она требует основательного подхода, времени, некоторого напряжения. Ну а чтобы практиковаться, я предлагаю вам перевести с русского на немецкий следующие предложения. Свои переводы вы можете оставить в комментариях к этому видео, и их, возможно, проверит кто-нибудь из наших знатоков. Может быть, и я проверю. Также проверить свои переводы вы можете по моему пособию «Базовая грамматика немецкого языка», по которому построен этот видеокурс. В конце пособия есть ключи ко всем упражнениям, в том числе и данные переводы. Чтобы приобрести пособие, зайдите в паблик ВКонтакте Deutsch mit Almi и напишите сообщение о том, что вы хотите получить книгу. Ссылка на паблик есть в описании к этому видео. Я постараюсь ответить на ваше сообщение так быстро, как смогу. А на этом мы подходим к концу. Die Stunde ist zu Ende. Рад буду видеть вас на нашем следующем, 20-м по счету занятии. Auf Wiedersehen, Freunde. До свидания, друзья.